При попытке въезда в Крым через административную границу ночи 25 ноября российские пограничники задержали одного из активистов Украинского культурного центра Крыма Вильдара Шукуджиева. У него отобрали вещи и документы. Пограничники на пункте пропуска в оккупированном Крыму не пропустили Шукуджиева на полуостров, задержав его до выяснения обстоятельств, сообщили в группе Фейсбука «Крымсос». На данный момент связи с крымским активистом нет, его телефон отключен. Напомним, Вильдар Шукуджиев неоднократно задерживался правоохранителями на территории Крыма. В частности, за проведение проукраинских акций. За демонстрацию украинского флага на акции в честь дня рождения украинского писателя Тараса Шевченко суд приговорил его к 10 тысячам рублей штрафа. Несколько раз его вызывали на допрос в Центр по противодействию экстремизму. Также 21 мая 2015 года он был задержан при попытке сфотографироваться в вышиванке. По последней информации, которую опубликовала Тамила Ташева, руководителя организации «Крымсос» Вильдара Шукуджиева отпустили. Сейчас он находится у себя дома в Крыму.